Да не зашел, что помню. Слишком активный, да? Слишком... Не. Слишком А у быстро меня все. маленький монитор. А, что-то покупать я пока. А, понятно. То есть неудобно, да? Не видно. Ну да, в PUBG наоборот, поменьше монитор и удобнее, чем на большом играть. В Apex наоборот. А что там это, Артурчик с Саньком с тобой не хотят играть? Не знаю. Не заходил к ним в комнату? Нет. А то они сидят, а это в группе Апекса. Ой, в группе Пабжика играет, хер пойми во что чат. Посмотрим, во что эти засранцы играют. А, играет в Апекс. Мы перебросим их тогда в Апекс. Отмодерирует. Ну, вон они сидят. А вы чё, в папчик? У меня папчик забанен. Я, оказывается, я читер. Ты об этом знал? Да. Да. Я всегда я знал. Так и думал. Я был читером, ты понимаешь, я, наверное, самый хуёвый читер из всех читеров, который был в пабжике. Что делает читер? Как можно вот быть читером и, знаешь, и делать меньше нуля килов? Ладно, пойду к Артуру, пока мы там воюем. Ага, ну воюйте, воюйте. Меня ранили. Я вас специально выкинул в это в комнату Эпикса. Я же говорю, вообще засранцы охренели. Сидят, главное, играют в одну игру и сидят в другой комнате. Еще немного поиграю, да потом это. Пойду. Да, работа. Арбайтом? М? Арбайтом пойдешь Да, делать? дальше арбайтом. Освобожу большой экран для жены, чтобы она могла сидеть и смотреть прекрасное шоу под названием «На ножах». А что, не знаешь шоу «На ножах», что ли? Нет. Передача, которую ведет один из великих шеф-поваров нашей страны. Точнее, где-то рекламу увидел, но не смотрел. Не, ну прикольная передача, мне нравится. Там всякие вкусняшки посмотреть можно, что и как делается. Hello, guys. Hey. Let's to fun or let's to win. Я понял, то, что меня ни хрена не поняли. Ну ладно, я знаю, что у меня хреновый английский. Зато он у меня есть. Where to go? Окей. Мудак, я ж тебе специально тяжелые патроны дал. Another team on my site. Окей.
Ладно. Алло. Алло. Здорово. Шайный, думаю, ложечки. Ну и чё ты там творил там? Зачем ты добивал? Данилкин, чё, пошли поиграем, а? А то со мной какие-то бомжи выступают. Да, я добавил. Ага, хорошо. А ты добавил? Кого ты добавил? Меня? В Apex зашёл. А, ну я вижу то, что ты зашёл в Apex. Я тебя прикол скинул. Бомжи, понимаешь, бомжи какие-то со мной играют. Я понимаю, я тоже бомж, но, блин. Такой же стыкали. Да, уже разнесли меня. Меня и Тиму. Но я-то хотя бы одного положил и убил, а они бомжи. Да, я сейчас скоро уйду, будешь смотреть на наших. Я ненадолго, я это, между работой пока. Как между булочками. Ты что, тоже засыпаешь, что ли? Да. Ты же ничего не знаешь, поэтому я тоже сплю. Сколько тебя толкнуть? Я будильник поставила. Ага, будильник. Это моя подушка и мое дело. Ты сиди, играй. Ты играешь, я забрал. Ну то, что ты все за кровать забрала, это я понимаю. Где она, справедливость, да? Да, всю кровать забрали, подушку отобрали, одеяло отобрали. Ну это же прекрасно, когда так. Чё, погоди, не соглашай, чё? Я понял, пока не просто какой-то прикол, типа, с подключением. Вот, теперь вот, типа, без привоза и зашло. До этого какая-то была поддержка игроков, типа подключения к игрокам, я не понял. Я тебя понял. И в конце концов, короче, ошибка, типа, подбора игроков. Я тебя понял, да что ты такой громкий, ты микрофон поменял себе? Нет, я просто приехал домой. Здесь как бы все свои. И могу спокойно общаться. Ага. Это же хорошо как. Добрый вечер всем, народ. Как у вас проходит день? Какая у вас погода за окном? У нас все прекрасно. 20 градусов, солнышко светит. А? Жена сгорела. Она в автосервисе, пока ждала мою машину, короче, сидела на солнышке, решила загореть. Я не решила загореть, а получилось. Главное, решила загореть. Да я не решала, что это получилось. Я вообще не жалко этого. Я сидела, ветерок обдувал, было забить, пока там я не приехала. Так, я так и не понял, все равно, зачем ты под солнцем сидела? Потому что душно было сидеть там в помещении. Так, а тени не было? Не было никуда, там в тени, блядь, пик курилка и постоянно толпой. Так вот, курил. Сместить, что ли? Там скамейки грязные. Рабочие формы. Он женщин не угодишь. Солнце есть. Хорошо, сгорело, плохо. Солнца нет, плохо. Загореть нельзя, плохо. Почему я сейчас поеду, блин, полуба красный, полуба нет? Ладно, нос насрать, но, блядь, плохо. Чмо. Это не только я жру. У меня
бля, вот смотри, на носу пигментация, блядь, вылезла, смотри. Он тут где-то красный, где-то коричневый. Зай, давай, давай. Откуда у меня веснушки, блядь, на носу вылупились, а? Объясни мне, пожалуйста. Зай, потому что тебе Рыженкова, поэтому у тебя веснушки стали появляться. Иди ты в жопу. Я не хочу так сгорать. Ну что, тебя передалось, что ли, заразное? Веснушки, да. И цвет волос тоже был заразный, поэтому ты рыжий. А, походу, загар тоже, да, что я зараз вот так вот? Да. Почему ты предупреждал? Мою фамилию взяла, сразу становится рыжий. Помимо этого, веснушки появляются. И бледность на коже, как у всех рыжих. Не бледность, ну, сгораешь быстро, а чё, бледности пока нету? Хочешь сказать? Ну, видно, сейчас красная, да. Теперь. Ну, красная, потому что ты сгорел! Руки-то у меня чёрными. Кого ты пикаешь? Не без разницы. Бля, чего? А с киблом что? Автомобильный загар, да? Тоже наполовину, блядь? Да! Сидел, стояла в этой будке автозагара, тебе попшикать. Ты смотри, реально, я бы... Видишь, эта чёлка вот так висела, вот она по чёлке красная. Я её хоть убирал, но эти будки, сука, теперь пол ебла, блядь, красный. Я как, блядь, поеду? Я не хотела на машине ехать. Я поеду, блядь, просто таким еблом. Давайте это, маску спецназовца оденем. В метро? Меня что, в машине гаишники остановят, блядь? Что за остановят? Как ты куда? Террорист, блядь. Извините, я прячу свое сгоревшее лицо. Hello, Халек. Да, крик души. Точно. Не, ну зато удачное это летнее время. Ну вот смотрите, насколько заебись, то что настроение есть, все есть. У меня нос болит. Ну, за то, что нос болит, тут я тебе не помогу ничем. Ищейка есть, надо? Ну, Зай, ну серьезно, чем я могу тебе помочь сейчас? Ничем, абсолютно. Так, что-то ни броников, ни хера нету. Да, скажи то, что все еще угорают над этим. Не броник. А, вот все, броник, каска есть. Рюкзаков нету. Это вы стреляетесь? Нет? Не-не-не, ну ладно, лады. Пиздец, что-то какие-то лаги у меня адовые. Норм все, потом пролагивает. Ну может это... Не лук выжил. Репчатый или это зеленый? Да такой, знаешь, типа, чтобы свеженький был просто. О, вот это я возьму. Длинного лука я не видел, дружище, вот. Поэтому, знаете, не подскажу, мне надо это... Увилмак на легкие. Ну, короче, все дерьмо надо на легкие. На легкие, на тяжелые. Ой, блядь! Лоли, к нам... Ты куда пошел-то без нас? Беги к нам, Данилкин. Давай. Ты что, его убил? Да, я убил, мне нужна помощь, это не один просто. Я тебя понял, бегу, блядь, я хилку случайно заюзал. Все, бегу. Да бегу, живите, блядь! Да не того убиваешь, дур! У нас ДЦПшник в игре вообще! Он по мне зажимал, ты понимаешь, типа? Карл, какого чёрта? Он его тоже убил. Да убил, потому что я ему всадил, блин, центов 50 хп. Конченый. У меня аптек ни хера нет. Ну, на тебе большую аптечку. Ты где-то, на.
Бери броник. Опа, опа, опа. У меня прицелов даже нету. Блять, сверху! Без брони. Не пойму где. Да вот он без брони. Красавчик. Еще один бегает снизу где-то. Я не понял. Че? Хардкорно. Так, ладно. Я задизморался, когда тот чувак начал по мне стрелять вместо того, чтобы, блин. Я понял. Короче, вообще очень интересно. А я давно не играл, просто в Apex даже непривычно как-то. Ну как давно, сколько не играл? Сколько, вот когда мы последний раз играли? Да давненько. Давненько, вот, я про то же. Все в КС-ку, блин, да и музыку какая-то. Да. А на слабоне немного. Нет, давай-ка вот это. Вот так. Ну это за что ты, тварь? А, ну давай вот это. Опа, на дымы будут нормальные, да? Нет. Вот именно. Не, ну я могу сделать дым нормальный, но я буду делать ненормальный. В зависимости от ситуации. Я буду кидать дымы. Я за нее вообще дымы, знаешь, когда последний раз кидал? Вот именно, это типа сарказм был вообще-то. Ну да, опять я джампер. Че, вот туда? О, давай туда, да. Да, вот я тоже так думаю, туда. Hello, my friend, hello! Так, с нами два склада. Ничего страшного. Я тоже так думаю. Блять, я же взял. Да ёбаный в рот, берись, тварь! Да ёбаный стыд, сука! Мне хилка нужна. Я съебусь, потому что у меня хила нету. Вообще он меня через дым убил. Карл. Я вижу его. Я ничего не могу пока сделать. У меня двое тут. Меня ловят. Бей вот этого! Какого? Который меня бил. Да я видел, что ли? Я вот вижу тут двое, трое их ползают. Вон, видишь, еще один. Я пришел на помощь, сам обезделился. А зачем ты ко мне пришел на помощь? Я же сказал то, что я съебу. Я просто похилиться отошел специально. Зачем? Подыхать надо было. Меня жену сильно слышно на заднем фоне? Да. Да? Нормально. Ну так, знаешь, прерывисто, но разобрать... Но она громкая просто. Сам по себе. Я в 5 метрах от нее. Кстати, по-моему, вот в этом скине, в леопардовых труселях, да? У него это в очках песок. Как он что-то видит? От как он что-то видит?
Леопардовые труселя. Ты мне подарила. Не, ну хорошее настроение, ты главное. Правильно ведь? Да. Да. Че, попытка номер два? Ну да. Таким слащевым голоском, ну да. Оп-о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 п, полетели дальше. Вот меня собирается стягиваться или нет? Не знаю. Ой, есть люди, есть люди, твою же дивизию, есть. Да иди нахуй. Иди в жопу. Иди в жопу. Так это не ты был? Это не я был. Конечно, блин, конечно, Карл. Так, я первый ударил! Я первый его ударил с кулака, как он меня... Ой, я пересматриваю момент, погоди. Я его первее ударил, у меня анимация даже быстрее. Ты что, мне типа не засчиталось то, что он присел, что ли, урон? Ну, это... сложно будет, если мы не прорезируем. Не, ну понимаешь, я по нему, вот чисто по нему анимация прошла, у меня еще не закончил движение, а он только начинает бить, типа, и он меня убил. Пидор. Сидели, играли в Apex. Нам было плохо. Я даже не знаю. Нам было плохо. Сидели, играли в Apex. Это было плохо. Мы возьмем топ-1 после этой песни. Чисто. Мотивационная песня. Ладно, хорошо. Ну а, блин, слезы надо вытереть. Не, ну нормально, мотивация поднялась, всем, знаешь, настрой ощущается. У меня мышка упала. Ну ничего, я пока за рулем, так что можешь валяться, ничего страшного. Главное, не разъебалась. Надеюсь на это. Сейчас проверим. Сейчас, короче, мог не работать стрибы. Я находила 3 600 мангерские. Ты всем это одни? Да. Если бы ухо, то ничего. Кто? Где? Когда? 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 Потом на стоки пойдем, я думаю. Да. Ну, броника даже нету. Иди в дом, иди сразу в дом, а? А, тут лутано, тут есть люди. Ага. Так, идем. Броника нету. Но мы идем в стоки. А в стоки идем? Да, вот в стоки идем. Там уже стреляется. Я точку пожалуйста, друг мой, где они? Где ты их видел? Ага, все понял. Ой, без брони, без брони, без брони.
Он зашел внутрь. Поднимается наверх, как я понял. Так, ты убрал того? Да. Остальные там пошли в туннель. Последнего, да? Вы там лутаетесь, да? Нет. Я бросаю гранату. Ну, всем удачи. А? А, давай, 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 Никит. Удачи, спасибо. А чё, убежали они? Угу. Тебе бочек надо? Кто? Батареек надо? Всё мне надо. На. А. Это... Ой, блядь, мисклик. Слушай, по-моему, кто-то воскрешал, что ли? Или снизу стреляется? Ну, давай. Да, сверху есть. Есть, 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 на крыше. На крыше? Да. Понял. У меня есть лютая тема. Не внизу. Да, я вижу, что внизу. Вон он. Как он меня видит, чисто дым, чёрт. Потому что на него он не действует. Мразь. Где наш третий? Не знаю. Да не, на него не действует, это логично, но он был за дымом в то время, когда я прибежал. А. Меня убили. Ну ладно, я лошара. Я его не. Все это габела. Не факт, может он все-таки добьет его, а не он, видишь. А, все, вот теперь все точно. Ой, я даже 131 урона нанес. Нихера себе. Нихера, почему только я никого не убил? Погоди, мне это сделать. Почему я никого не убил? Так. Блин, я хотел кофец все налить, а то я засыпаю что-то. Кстати, а где ты вчера-то был? Я тебя ждал, 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 нету. Я сразу приехал, пошел спать. А-а-а. Мне кажется, или у тебя гитарка немного расстроена? Нет, не расстроена. Может, это просто так получается через микрофон? Да. Это через миг это все. X-Breakfast. Ну пускай, пускай он запускает куда хочет. Пускай, пускай он лидер. Он лидер, блять. Он, блять. Ну он, блять, короче. Короче, батя сказал, у нас здесь 4 склада. Я не понимаю, что там тебе за радиатор предлагает. Карл, 4 склада приезжают на место, где максимум вдвоем вот это сможет. Не бери нахуй не эту дерьмо. Он говорит, можешь взять даже вот базовский бушки. Просто в нормальном состоянии, постоянно, чтобы он утек. Он говорит, а за 7,5 да они тупо разводят и все. Ну, надо будет купить, только может быть еще и купить. Но горит тварь. У меня горит тварь. Амортизатор, он сказал, пока не запаливается. Ты ездишь, мне сейчас ничего не мешает. Просто говорит, помимо амортизаторов, там еще... Иди сюда, я тебе хилку поставлю, но у меня ствола нету никакого. Там есть. Возьми, без патронов. Тяжелый, тяжелый возьми. Давай.
Один халф. Да я у тебя слышал то, что батька сказал то, что радиатор не надо менять, потому что тебе не... что-то впаривает какую-то дичь непонятно. Нет, радиатор надо менять. Не там возьмем половину дичь. Просто купите, приехать нужно установку. Запчасти, извини, я что, я там была запчасти сидела, полтора часа потратила. Ну, это тоже не есть хорошо. Это я вчера занималась, записывала, говорила, что не надо. Ну да. Я иду, Лоля. Понял. Видел, блин. Да ебаный в рот, а где вы оба тут? Не понимаю, вот проходит кровь повсюду. Где он там? Без хп. Блять, не вижу. Отходи. Не могу. Ладно, бегу. Меня сняли. Тут ластовый поднимать сейчас будет. Поднимай. Все, убрал. Молодец. Ты минус 2 дал? Может, не лутаемся? А все, я бегу. Я так же сама ничего нету. Я минус 2 дал. Я тоже минус 2 дал. Красавчик. Бери вкусняшки. Надо хп где-то взять. Нигде нету хп. Сейчас я тебе дам 9 секунд, погоди, я тебе дам баночку. Тебе это хп худать, мне-то даже ствола нет нормального, у меня патрон нету. На что тебе дать патрон? Вот, на хэви. Да и лайты бы не, я бы не отказался от лайтов, но у меня вообще нихера нету. Для лайтов в плане стволов. Но мы красиво их убили. Такой вышел на меня, блядь, мираж, типа, а я тебя отымею. Ой, спидфайр. Так, спидфайр нужен тебе? Я понял тебя. О, привет, робот. Феникс берешь? Нет, добежать не буду. Ладно. О, пискипер, ладно, оставляю фэнлок и беру пискипер. Короче, могу дать это приклад второй. Для Р. Блять, да ебаный! Ты тут... Какого хера, типа, у меня по натуральности, короче, вот там вот чувак, так что это все, это ГГ. Охуеть! Это... Тут три склада, если что, типа, нормально. Ладно, побежал. Я бегу, да куда ты побежал? Хавать. Потом надо еще на... Наши штучки сбегать. Я тебя понял. Что вечером сказать? Будешь? Вечером не знаю, я же вырву наши штучки все, наверное, привоз. Вот так вот. Ну если будешь, я увижу, я зайду. Буду дома сразу. Все, пока. Давай, пока. Спасибо, Данилкин. Ну я старался. Да и Лоли тоже старался. Мы честно старались.
Место есть? Алло! Вы меня игнорируете, да? Ладно, пока перекур.
Алло, алло. 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 Что, Вася пришел? Да, Вася пришел. Ну вы что делаете? Вася пришел. Я заказал себе еду, а теперь буду играть с тобой в Apex. Ну давай, заходи, я ненадолго. На сколько? Ненадолго. На час? Не знаю, пошли. Пришел, зову вас, а вас никого нет. Я не знаю. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Привет. Кто там? Кто-то на стриме. Биг СВД. Ничего себе. Ничего себе. Такое сейчас существует? Биг СВД, да. Большой СВД. Ой, ё-моё. А есть еще средняя и маленькая? Как дела, дружище? Чё, как дела, Саш? Ты, говорят, ты очень хорошо Джимми, стал Джимми, играть. Джимми, Джимми, Джимми. Здорово. Кто здесь? Кто здесь? Говорят? Кто привет, здесь? Василий. Здорово, Артурчик. Чё, как дела? Да потихонечку работаю, пока не родила. На работе сейчас? Ну да, работаю, вон видишь как. Классно тебе. Как хорошо работаю, да? Ну. Всем такую работу. Да. Понятно, понятно. Я вот играл и думаю, что делать? Пойти погулять. Ну иди погуляй. Что мешает? Куда идти гулять? Да не знаю, куда-нибудь. Вот и я не знаю, куда-нибудь. Говорят, Саня стал хорошо играть, да? В Apex? Да. Да Саня, ну тут что вот это было такое, а? Зал просто все выстрелы в себя принял. Просто играть начался. Слышишь, говорят, Саня хорошо стал играть? Да, он просто... Саня, ну что такое сразу же? Ты чё начал? Так а чё, он плохо... Он вроде плохо играет же, нет? Да, я не знаю, вот он, Саня, прям перед тобой. Да он просто взял все мои выстрелы в себя, это... Я тут с пейскипера начал хорошо играть. Так... Да, меня выкинуло. Меня просто выкинуло. Понятно, так. А еще я научился спидфайр контрить. С какой игры? Вроде как ты играете? Зафоловился у меня да, с игры Titanfall. Когда я играл. Че ты говоришь, Вась? Да я не с тобой говорю сейчас. А, вот так вот. Меня совсем не вообще. Зашел, я же играть не буду.
Я не знаю, может ты захотел поиграть в Apex, а я потом такой, блин, да мне же погулять, может быть, хочу. Потом такой, блин, да нет, Apex же есть, блин. Да ко мне уже пришли. Ладно, давайте до связи. Кто тебе там пришел, а? Да, друзья пришли. А-а-а. Да. Давайте до связи. Давай, до связи. Я зайду еще. Вроде с Titanfall-то у меня зафоловился. Да, вроде с Titanfall, дружище. Выкинуло прям во время замеса. Знаешь, что мне выкинуло уведомление о том, что мы, ваши другие уведомления не будут вам мешать. Они не будут вас выбрасывать из игры. А у меня никакие уведомления никогда не выбрасывают, кроме этого. Никогда. Понятно. Как у тебя погода там? Жара плюс 27. Жара, ну нормально. 27, но это здорово, не, у нас меньше. У нас 3 дня дождь. Ветер, ужас. Охренеть. Да, но сейчас все нормально. В Москве в ближайшее время жарко будет. Ну а при чем тут Москва и Питер? Просто интересно. Как бы. Почему в Москве так жарко? Как у нас. Да, я помню, дружище. Тебя, если не ошибаюсь, Владимир зовут, да? Влад. Ну, дружище, как я говорил до этого другому человеку по имени Сёма, тоже подписчик мой, я стараюсь запоминать всех ребят, с кем я играю, и кто у меня подписан и общается в чате. А ты сейчас, блядь, портишь статистику. Я тебе порчу статистику? Нет, он... Нет, он не портит статистику. Чем он мне испортил статистику? По-моему, это пиздёж. Хочешь сказать, что ты его не запомнил? Я его запомнил. Во, видишь? Ты его с этим вот такой запомнил. Так, а где ребята, которые были здесь из наших противников? Я просто же... испугались. Просто испугались? Кого? Тебя? Тебе. Мне тяжелые патроны нужны. Много. И волмаги на тяжелые. О. Еще тяжелые нужны. My friend, I'm need a heavy ammo. И куда ты хочешь полететь? Я полечу туда. Да? Там где залутано уже? Может, ты вот тут вот, например, не залутался, всё. А уже бежишь куда-то, не пойми куда. О, пискипер это круто, но... Нет. Мы вот туда пойдем. А у меня тут пусто. Так, чё, мне кто-нибудь поможет? Нет? Что там? Ну, пока ничего. Пока ничего. Я вообще в жопе. А мы тут рисуем. А, вы рисуете? Создаемся в жизни. А, вот какие вы рядились. Да, я же сказал, что тут потому что больше мест. Смотри, я вот тут много вкусняшек уже нашел. Я вам отмечаю их. Ну вообще в другую степь ушли. Да я вижу то, что вы ушли. Вы меня... Не просто вы ушли, вы меня кинули. Угу. Рюкзак второй не нужен никому, да? Да. Кто-то пришел. Mm-hmm.
Опять меня выкинул. Опять мне вот это уведомление выкидывает. Ну ты его это вообще полностью прикрой, это свое уведомление. Раз оно тебе так мешает. Вот когда мне с этим? Ну потом разберусь как-нибудь, если вспомню. Если вспомнишь об уведомлениях, да? Ой, мы еще и не в зоне, бля, еще дохуя еще пиздячить. Че, может, хорош лутаться, пошли? Кстати, да. Ты к нам пришел? Ну, почти у вас, да. Да, давайте, да. Вот, вкусняшки. На, возьмите этот. Как его? Короче, говно это. Не письки, но все же, да? Что происходит? Стрельба, что происходит? Что еще может произойти? У вас? Ну, я не знаю, может, не у нас. Вкусняшки нужны? Берите. Доберу. Я вам даю вкусняшки. Смотри, какой я молодец. Я даю всем вкусняшки. Я Дед Мороз. Успел, а? Да, конечно, можно будет. Я тебя добавлю, как мы закончим тогда. Да, заходи в Дискорд без проблем. Мы всегда всем рады. У меня комьюнити нормальная, адекватная. А насчет друзей, да, я помню то, что ты у меня в друзьях. Банки бери. Че, в зону мы идем, нет? Тут, короче, я Дискорде посижу, я отключу. Да, конечно, без проблем. Мы не против. О, длинный лук я бы взял, но ладно. О, большая аптечка, она нужна. Побольше хилов возьмем, чем патрон. Патрон не так до хера. Че, зона уже здесь. Куда, по низу пойдем? Я думаю, поверх, да? Пошли поверху. 8 складов осталось, вообще мелочь. Фаст, фаст, фаст. Будь здоров, расти большой, не будь лапшой. Ты не будь героиновым наркоманом. А я не буду героиновым наркоманом, даже и не думай. Вот и не будь. А я и не буду. А ты еще героиновый наркоман, поэтому так чихаешь. Громко.
Похоже, да? До чего тебя до чего тебя довело жить на Кавказе, да? Да. У меня тоже черенок зачесался. Так, стрельба. Да, вот. Ой, вижу что-то фиолетовое. Несусь туда прям. Это бронь фиолетовая. Ура. Ура, товарищ. Все, можно она ливать? Она у всех. Ливать. Я выиграл эту игру. Я думаю, надо это идти и убивать, а не ливать. Все остальное уже не так интересно. Оп-оп-оп-оп-оп. Они к нам идут. Окей. Вон там вот. Пойдем повыше за этажи. Да злость ты. А чё, поможет мне кто их выкуривать? Ты справа? Не-не, отойди чуть-чуть. Сзади ещё идут, прикинь. Да я прикинул. У нас. Сзади, короче. Отходи. Что-то я вообще разучился играть за несколько дней. Нет, это сука. Ну ходи, отходи, отходи, отходи. Саня, отходи. Почему это не активируется, когда я стреляю в эту бочку? Потому что ты не можешь. Два стрелять. Раза в нее стрелять. Так ты не можешь активировать ее. Только против. Только чужую? Только чужую. Да ё-моё, блядь. Ну вот туда бежать. Так, Влад, я тебя приглашаю. Так. Ау. Так, меня слышно? Найс, я 25-й. Всё. Давай. Да, тут левел особо не влияет. Я попробую не сдохнуть первым. Да я скорее ну, сдохну. Звонят, подождите, ребята, админа. Секунда. Ну что-то моя шея хрустит. Старею. Я всю жизнь шея хрустела. Да не, это понятное дело, у меня тоже всю жизнь она хрустит, но не так как сейчас. Кто тебя Зай разбудил? Зай. Ах.
начинать или с вами сыграть одну партию. Ну чё, давайте. Ты куда? Ну чё, ты куда? Сань. Александр. Как-то отошел, то подошел, то отошел. Скорее всего, телефон положил на место. Мне привезли гир. Саня, ты тут? Да. Ну, он же... Сань, ты когда в Питер возвращаешься? Да, блин, я пока не знаю, что там делать. Работу надо найти. Придумать. Так находи, что мешает. Apex. Apex мешает. Так найди работу и это... Ты-то у себя там работаешь? Да. Ну вот, найди такую же работу по профилю. Да вон, иди к этому, к Артурчику. Чё будет у тебя по блату, он не примет. Ну, Артура, места нету. Как так? Волтнова. Узнавал уже у него? Ну да. И он сказал то, что не, братан, Саня, я могу тебя принять, да? Ну да. Не, ну знаешь, это как-то подло. Чуток. Почему? Ой, как друзья, товарищи, брат за брата, зуб за зуб. Не, он до этого говорил, приезжай, все нормально, круто будет. Сейчас, говорит, херня, делать нехер. Ну вот, видишь, сам виноват, сам. Я одного сервера не могу лагать. Нет, не у тебя одного. У меня конкретно лагает. А ты сам лагаешь просто. Нашел золотую бронь. Ничего себе, нашел золотую... И у меня лагает. Поиграть я не смогу, наверное. Ой, это хороший ник, поиграть не сможет. Такое происходит всегда. Я нахожу золотые вещи. Прям всегда-всегда, когда ты находишь золотые? Что-то идет не так. Что-то... Как же сильно лагает. Ну, это сервак лагает. Я познаю. Тут тоже ничего не сделаешь. Идете со мной, а? Или нет? Мы идем просто. Мы идем просто, я думаю, мы лагаем просто. Ну, вроде уже получше стало. Добрый день, народ. Как ваше лето проходит? Хотя оно только-только началось, кстати, тут лутано. Здесь люди были. Пометишь. Мне нужен следопыт. Бегу. Саня. Ой, я играю за... Это. Саня, иди к нам. Хорошо. Быстрее только. То у нас тут люди где-то шастают. Я ж секунд, я же боюсь быть один. Но самое главное в этом признаться, то что ты секунд. Дальше можно обсирать то, что все виноваты. Да. У меня противник. Окей. Подо мной противник. Так, света было, но он уже пропал давно были. Ребята, вон там противник один. Два. Много. Я снял броньку. Найс, я умираю. Где ты снял? Помигаешь, помигай. Он тоже. Не бойся. Не хочешь мигать, ладно, я за тобой. Найс. Nice.
Давай прям вот не, так. Не, поможете, вот нет? Там поле. Мне можно? Ну, ладно. Ребят, мне поможете, нет? Ща, быстренько. А, найс. Нет. Одного я убрал. Ну, без броньки опять у меня. Иду. Сейчас, сейчас, сейчас помогу. Вот прям. Вон. Я вижу, 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 вижу. Я вижу. Сейчас помогу, потерпи. Да ой, ё, там. Где? Где, где метку поставь? Вот там он. И стреляется. Саня, не прикрывай его своим телом, пожалуйста. Все, красавчик. Иди по. А ты с другой стороны становись. С другой стороны. Красавчик, Саня. Блять, да какого хера у меня свернулась игра? Тут стреляет. Да, стреляет, стреляет, видел. Хрена себе. Найс, меня попали. Вон он. Я схиляюсь. На крышу. Он и утонул один. Меня. Так, то у меня игра. Непонятно. Убил. У меня что-то юзает. Найс, я умер. Я без хилюсь, бронки. Я хилюсь. Он лутается вроде. Нет. Он лутается. А, он поднимал своего. Я пытался. Да я верю, что ты пытался. Спасибо. У меня дичь какая-то у меня. Игра была открыта, у меня браузер включил новое окно как-то сам по себе. Если я тупо 0 убийств, 457 урона. Серьезно, пока без меня, пока хавай. Ну хавай, хавай, жрун. Сань, ты сколько уже килограмм весишь? 70. Да по-любому ты разжирел, хотя он эту фотку когда скидывал, ты был жирнющим, как... Короче, жирнющим. Хорошо. Когда вот ты фотку последний раз скидывал? Не помню. Вот я тоже не помню, но вот такое ощущение, как будто ты скоро этого Артурчика догонишь по размерам. Полгода назад? М? Полгода назад. Ну, о, видишь. Ты похудел или, та- или таким же становишься? Ты хочешь Октейна взять? Нет. Я хотел... Так, ну, сказал бы. Да, смотрю, да. Типа, он у меня есть, но что-то играть за него не хочешь. Да, вроде за него играть веселее. Мне за Bloodhound'а легче как-то. Типа, я по жизни сыкун. Я вижу следы, я прячусь. И жду. Я передам роль, я не очень хорошо. Да, успею. Конечно. А мы вот сюда полетим. В мясо. Главное, чтобы этот сервер не лагал. Да вроде пока не лагает. Там тоже сначала не лагал. Да нет, там сразу было. Не, ну когда мы летели, я не видел, что мы лагали. Типа... Добивай. А-а-а. Странно то, что все в одно место решили попасть. Вон, я в тот домик пойду. Подальше.
А у нас тут лутано. Да, у меня каленый. Вот здесь вот. Тоже. Но он каленый. Я слепой, на дальнем расстоянии мне стреляться запрещено. Ага. Да. Я, скорее всего, сейчас сдохну. Да, хорош уже. Он в домике был? Да, да. Ну, он может подхилиться, да, он внутри есть. Ну, там кто-то еще. А, найс! Найс, да, там не один он. Граната есть, ты кидай. Ты не прострелишь так стенку. Все, красавчик. Где ты? Да я где-то здесь. А, да, он тебя уже взял. Да-да-да. Можете меня поднять, сходить. Сейчас сходим. Я просто утик подберу немного. Без ускорителя мне нужен. Корпусный щит третий. И меты нет ничего. Вот там. Ну, на метку кинул. Тебе уже ничего нет. Я могу тебе сменщик скинуть. Да не-не-не, я там возьму что-нибудь типа мелочи. Я же не думаю, что вы прям все заберете. Ну, ну, кстати, вот можем. Можете, не спорю. Ну. Хаос. Ну, я как раз я... вот тут. Будет лежать патронов 80. Угу. Легкий. Угу. 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 Ну, а вот. Чё бы нет? Вот теперь хорошо. В принципе, нормальный патрон. Самолет никто не ходил? Патрон, пошли посмотрим, что там самолетики, может быть, есть интересные. О, кстати, да, самолет. В самолете есть много чего интересного. Я хилюсь. Ну, нет, не сильно много, опа. У вас, пиздят, что ли? Немного. Бегу к вам, все. А еще у нас зверь этот. Только вражеский. Я бегу, бегу, ага. Бегу, 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 бегу. Он ульту использовал. Бегу. Так, патрончики, патрончиков нету. Отходи, отходи. Я по косу. А, найс, их тут и все. Ну, я понимаю, что их все. Это страшно были. Я ожидал двоих. Ну, блин, у меня один патрон всего. Я ж тебе помечал оружие с легкими патронами кучей. Ну я пострелял. Я ж тебя помечал, там 80 патронов было. Ну 80 патронов, знаешь какой? Ну, знаешь, это нормально для такой перестрелки. Для такой перестрелки, для какой-то... Вот же тут лежит.
80 патронов ты не подбирал. Ты 80. А, подобрал все. Лагай что-то. Да. Ну чем я... все говно из стволов, я имею в виду. Че я пытался сделать? Фиг знает. Так. Так, сейчас чуть чувствительность увеличу. Приглашает. Да, я вижу. Но мы уже улетели. Я не могу здесь отказать почему-то. Как это работает. Без понятия. Зачем они буквы приписали, если нажимая на них, это не работает? А у тебя раскладка, если на русском, то она и не будет работать. А, найс, да. Нормально, да, сделано? Да. Того, то, что я не так уж и давно играю, я вроде бы играю в среднее. Почему он выпускает? Как это работает? Не знаю, без понятия на самом деле. Влево идет, я так понял, потому что до этого как типа было так, то что я выпускающий передавал, и оно первому передавалось. Ну да, такое есть. Ну, я не знаю, как это работает на самом деле. А сейчас типа вообще влево начало идти. А... Так. Ну, я... вначале бомжатник идем, а потом уже пойдем дальше. Я нам другое. Ты на другое? Да. Да пожалуйста, но это все бомжатники здесь. Я знаю, у меня фиолетовый шлем уже. Ну, потому что тут может быть один из самых лучших лутов. Так, вот, сделал чуть-чуть порезче мышку. Как-то попроще стало. Вроде как. Ну, вернее, слишком резко все равно. Надо чуть-чуть пониже сделать. Сейчас чуть-чуть поменяю еще сенсу. Так. Игин, я ж тебя тут не звал сюда, не просил идти ко мне, ну да ладно. Пошли туда. Че у вас там? Вы туда хотите? Да. Кто пришел? Я, да, опять я поел. Ну, ты уже поешь, как будто алкаш какой-то. Я поел. Знаешь, ты это еще бород какой-нибудь, это и более такой грубый бас. Говорите, ёптвое. Алкаш, поел. Я завалил этого червяка наконец-то. Да. Мага, я в Донбай. Вы что, в катке? Да, мы в катке. Да. Тебе надо вот таким вот басом говорить, Саня. Молодцы! Еще, знаешь, еще тебе это бороду купчую такую отрасти. Чуть-чуть это. Бордо. Да.
И будешь такой, бля, ебаный. Потом пьянющим голосом, бля, ебто. Хули вы тут творите, бля. Тварь, это моя... Сговаривают все вонючим голосом. Да, это, блядь, тварь, это моя зона, бля. Хули вы тут пришли? Не басом, а вонючим голосом. Вонючим голосом, а вот как можно... Как можно разговаривать вонючим голосом? Когда он ничего не делает. Когда он... просто кайфует. Просто кайфует, кайфуй. Кайфуй, Саша, кайфуй. Так, ну... Чтобы разговаривать вонючим голосом. Когда нужно музыку включить. Вась, включи музыку. А у меня музыка Иван, и так включена. Иван Дорн. Иван Дорн. Сам включай Иван Дорн. Я не скажу, как тебе включать, потому что ты всякую дичь слушаешь. Ну что, включаешь, то и слушаю. О, это что? Опа, люди. Люди. Ой, ты, блядь, да какого хера-то? Я думал, ты за мной его. Ух ты, вот он. Я далеко, а я... Я-я-я-я-я, ладно, мой косяк. Я съебался. Я спрятался. Ну, я ничего не знаю, я... Я спрятался. Ох ты ж. Айс, я... Тупо лучшие попадания. Да. Всё. Так, давай съебывай оттуда, я понял. Всё, можно меня просто убить? Пожалуйста. А без этого зрения легче стрелять. Без какого? Без ульты? Да. Ну, это так и есть. Без ультимейта он куда всегда лучше. Саня, я кинул приглас. Он, мне кажется, тупо для снапы. Я... Да не, на самом деле он помимо снапы много чего помогает делать, но... Ну да, если, типа, увидеть противника, кайф, фиг увидишь. Ладно. Также помогает кайф в замесе, хотя бы понять, типа, кайф смог кинули. Типа, фиг пойми, какая ситуация, замес. Ну да. Разглядеть противников, убегающих, можно. Да, давай, вот, давай. Жми кнопку волшебную. Но я криворукий, и мне это не помогает. Это так не работает. Ты еще нормальный, адекватный криворукий. Я могу и себя криворуким назвать. Но для меня это будет не так. Так, гамма режим 1, режим 2, режим 3. Настраиваем оттенок. Холодный, более теплый сделать. Вот так вот сделаем. Уровень черного. Ожидимое, все. Кстати, я не помню, я с тобой вообще в Дискорде разговаривал или нет? Да, один раз вроде. Один раз. Как говорится, один раз не. Ну, все поняли. У меня написано режим черного ждимой. Он включает блять, этот, сука, 3D режим, оказывается, сука. Там вот. У вас шум не было просто. Не, нормально. А, мы на расслабоне играем. По голосу слышно. Да, на расслабоне. Ну, знаешь, еще это. Я сюда. Давай. Да. Там тоже есть. Да, у них тоже есть. Да, тут два склада. Но они на ту сторону упали. А, блядь. Оля. Отсоси. Знаешь, вот на лоу уже. Блядь, у двоих пушка. У двоих пушка. Ну чё ты хочешь от меня, твари, блядь? Меня тупо добили. Меня тоже добили. Так, окей. Кулаками меня добили. Я на тебя бежал, меня добили как-то кулаками, как-то меня попали. Половину хп с большую сняли пулей. А вот он самый хитрый. Да, он лагает. Понял. Провайдер с мнением будет лагать. Ну знаешь, вот у меня сейчас это небольшой такой бит хороший идет. Это прям по эти биты шагаешь. Шаг влево бит, шаг вправо бит. Прям четко. Ты
Все, не забирай, я стою хотя бы по стволам нам. Ты сейчас патроны заберешь, все заберешь. Дай на расслабончике поиграть. Он собрал вроде бы. Он собрал. Ну ладно, может он просто открыл, чтобы нам не надо было тратить время. А, нет, ну о. По одной пушке. По одной пушке. Так и оставил. Ну, как и есть. А там все залутало. Тут кто-то был, кстати. Нет, не был. Был. Если ты здесь. А, ну только если просто внутри-то не было. Таковых. Были внутри, но походу не нужно было оружие некоторое. Ну, пошли, возвращаемся. Куда они делись, где они? Вот на той стороне, скорее всего. Я не удивлюсь. Пойдем, да, воевать? Конечно, пойдем воевать, пойдем мстить, бля. Именно вот так. Фига, чё, взять, чё не взять? Mm-hmm. Давай. Пойдем. Вася уже там. Опа. Вася уже воюет. Опа, воюю, я, да? Уже воюю, да. У меня тут... Тут же вода не убивает. Некоторые. Да ёбаный в рот, у меня калёный. Чуваки, заберите его. Заберите этот тварь. Как я что-то сделаю? Джимми Блейз меня убил. Да блять. Я не знаю, какого хера я его не добил. А чё ты там далеко, хитрый самый? Да? Мне кажется, я сдох. У тебя ствол получше моих был, у меня только один пистолетик был. А я... А ты собрал. А всё, я... Вот теперь труп. Классная идея. Да, не зашли. Вась меня с другой стороны вообще убили. Я тупой, меня не троньте. Я тупой, меня не троньте. Разрешите вас побеспокоить, уважаемый. Галочку, пожалуйста. Все, я просто долго выхожу. Я долго отхожу. Это знаешь, как недавно передачу смотрел, это чувак стоит такой на сцене и говорит медленным таким спокойным голосом. Недавно я попробовал траву. И стоит такой, молчит там минут 5. По-моему, меня даже не взяло. Опять стоит, молчит. Хотя, погодите. Нет. Да. Нет. Вот как можно будет стоять на сцене в таком состоянии? Кстати, я не знаю, но у меня... К чему это, но у меня получается пародировать голос Вена. Ну, пародировать? Веном. Венома. Нормально. Что за Веном? Ну, что, не знаешь фильм Веном? А, знаю. Ну вот. Ну... Веном. Ну, вроде получается немного. Да. Точно получается. Типа, я помню, я сидел в Дискорде, мне такие, не, у меня лучше. И в итоге все пародировали Венома в Дискорде каком-то. Я влево. Я далеко от вас войду. Хреново. Опять жопой чую, то что будет пиздец сейчас. Да, будет пиздец. Чё, у вас враги? Я не знаю, Саня, у нас враги? Я чё-то не вижу никого. Кажется, мы одни. Тебе кажется, или мы одни? Мне кажется, мы одни. Не мучи его вопросами.
Саня, мы точно одни? Ты в этом уверен? Бедный Саня. Да, бедный Саня. Так. Не-не-не, мне надо уилмаг. Мне срочно нужен уилмаг. На тяжелые патроны. Я могу вкусняшку кому-то дать, у кого там автоматика, аэрочка, не аэрочка, или вкусняшки не давать. Да, мне надо уилмаг на тяжелые. Ты там залутался уже, Влад? Нет, я еще не залутался, я дома. Ты еще скажи, я даже не начинал. Да. Ну как, немного, два долика. Спецускоритель кому-то нужен? Да нет. О-ло-ло-ло! Твою ж мать! Твою маму! Нет! Не надо меня! Не надо! Они идут, Саня! Саня! Спаси, блядь! Саня! Научитесь ходить там. Для чего у себя? Сейчас бегу. Хотел хаос поискать, блядь. Да хаос здесь есть. Окей. Они у себя? Не пошли. Ты уверен? Где хаос был? Ну, вот там вот, внизу, на первом этаже. Ты уверен, то, что их тут нету? Саня, ты меня наебал опять, который раз, ебаный в рот, Саня, чтоб тебя во все щели леши направо и налево, не пошли они сюда, не пошли, нет, ну что ты. Вася, не переживай, нет, их нету здесь, что ты, Вася. Уходи оттуда. Мне кажется, ты паришься слишком много. Я много парюсь, да. Уходи оттуда. На живца будем ловить, иди к нам. Саня, чекай. Раз. Влад, давай к нам. Они там, я просто пометил. Да, я понимаю. Че, к ним пойдем? Ну, можно. Я попробую повать. Если бы я бы их еще видел. Ты их видишь, Сань? Не, они ушли, похоже. Знаешь, ты и тогда сказал. О, это наш, я думаю, кто это, блин. Ты и тогда сказал то, что они уходят. Ну что, не обманывай? Блин, где ты тут видел то, что мне нужно? Кстати, затвор для дробовика никому не нужен. Нет. Фиолет. Нет. Мне нужны уилмаги на тяжелые. Ладно, пошли. Туда. Окей. Вон. Ульту включить? Ну, а если хочешь, можешь включить. Я просто один вроде бы там. Сейчас, по следам поищу. Сейчас кажется, что он там еще и остался. Ну, вроде бы его не было там. Ну, поставил бы трамплин вот сюда. А ты спросил, заряжен он у меня или нет? Я могу тебе скинуть ускоритель. Один. Да, не надо. Да.
Ну ладно, он всё мне не нужен тоже. О, стрелка. Ну, зипик стоит. Я, наверное, ульту рублю, помечу, я не увижу. Давай. Так, их здесь не видно отсюда. Давай, вон, зипку отворачу. Вон. Где вон? Вот там. А, все понял. Я помечу. Там был один. Да, вижу, как там шмуляет. Пойдем с нами. Я пешочком снизу побегаю. Чтобы к вам не привлекать внимание, потому что я свечусь. Меня видно. Как да, фонарик. Показалось, показалось. Не, он там был. Не, вон он. Вон. Там был один. Мне не показалось. Без броня. Он без брони. Красавчик. Там дальше. Ушла, ушла. Господи, есть кто-то. Ничего. Все, всех убил? Да, да. Сейчас сверху. Рядом со мной. Сейчас. Все, мило. Как будто я не получал. Принимай его. Он каленый. Сверху. Все убрал. Поднимай нашего. Я уже поднял. Типа я первым делом его поднимал. Ну, понятно. Так, мне надо легкие патроны, много в легких. Вот. Тяжелый могу выбросить, если надо. Тяжелый у меня есть. У меня очень много легких. Слишком. Стандартный хват. Что-то много. Черепалом нужен. Черепалома нету. Я вот выкинул 80 легких. Ну, я возьму тяжелый тогда. Буду чисто на тяжелых, я скинул этот АР-ку. 301. Легкий выбросил. Все. Есть переключатель режим, кстати. Да, не нужен. Спасибо. Увеличенный тяжелый есть. Фиолетовый. О, фиолетовый тяжелый возьму. Теперь можно. Тут щит, кстати, был в этом синий. А он у вас уже у всех, да? Найс. На фиолетовый, который надо починить. Не щитом. А я найс. А, не, я сказал правильно. Я тупой. Ну, черепалом бы найти еще. Я не знаю, как некоторые люди поют. Пользуется. Хочу научиться нормально стрелять с этим. Сведомого. А то в Тайта не умею с него стрелять, а в этом нет. А я наоборот в Тайте умел, здесь еще не могу. Так вот я то же самое говорю, в Тайта не я умею играть с ведомым, а здесь нихера. Ты немного другое случайно сказал. Да? Я наоборот. Разве, ну ладно. Четыре отряда осталось. Дробаша ни у кого нет, я могу там затвор был. Не-не-не.
Смотрите, где я. Смотрите. Снапа не помешала. Снапа-то не помешала, блядь, с этим я соглашусь. Тяжелая какая-нибудь. Так. Может, длинный нит поменять МБ. Ну да. Как вариант. А чё все как-то непонятно где? Ну мы рядом. Я знаю, что вы рядом. А я в сейве, аккуратненько. Блин, что за опыт? Что? Миротворец. Ну ладно, ладно, ладно. Побегали по скалам, хватит. А, зона уже сужается, чё? Кто-то... А, рядом прям люди, видите? Эндроп. В туннеле, что ли? Да. Они с чем-то стреляются, кстати, даже. Одного убили, по крайней мере. Следы видишь? Нет. Следов пока не вижу. Нет. Только что лут забрали. Нет, вот он вот. Да, я и говорю, даже бери. Не стреляли. Мне не нужен, я плохо с ним стреляю. Вон он. Ну, попробую с хапокой. Сейчас только переставлю прицел. Давай сверху еще. Пометь, пожалуйста. Вон он. Снайпер. Ага. Справа еще стреляет. Ай. Хильси, 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 хильси. Хильси. Хильси, 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 ничего не переживай. Очень бодрит. Ого. Сейчас. Ни хрена себе, с длинного лука, блядь. Чё-то не очень хорошая здесь, не стрелялся. Да, 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 да. Я могу зипку поставить. Они уже сверху. Саня, рядом с тобой. Без брони. Вот. Блин, они везде. Как они успели так быстро добежать до сюда? Как с помощью зипки. С помощью зипки. Тут сзади подходит, а блин. Сзади, меня сзади. Прям спину убили. Жесткий, жесткий. Ой, я левелапнул даже. 350 урона нанес. Я тоже. Ладно. Ладно, будем делать грязь сейчас. Давайте, да, пацаны, возьмем тупой. Ничего страшного не будет. Давайте, давайте. Сейчас мы сделаем грязь. Я поехал на работу. Мне нужна снайпер. Тебе нужна снайперка? Ты точно уверен с этим? Ты... Да, я буду мазать, как и все. Давай, Зай. Я тебя буду ждать. Я... буду мазать, как профи. Мазать в стены. Так, возьмем мы... Ладно, пускай будет лайфлейн. Нормально. Так. А чё Саня ушёл? Саня не ушёл. А, просто что-то молчит. Ничего никого. Как я стал выпускающим? Я же... Что-то с игрой не так. То есть всё так с ней.
ты был выпускающим. Саня, точнее... Саня, ты выпускающий. Он был выпускающим с самого начала. Почему-то роль стала моей как-то. Чудным образом. Кто-то уже отряд один пропал, чего? Ну, взяли, вышли. Или что-то не понравилось. Синий броней. Я бы хаос. А зачем патроны ты забрал, Саня? От дробовика. Тоже дробовик. Ну а у тебя, ты там взял, у тебя патрон не было? Спасибо. Сейчас хоть немного патрон, чтобы было. Что это там? А, это. Что, пойдем туда? Еще вернулось. Нужно хоть что-то. А-а-а. Так, ладно, давайте туда. Давай, Саня, командуй нами. Я тупо с пистолетом. Ну, а у меня дробовик только без брони даже, а у вас броник есть. Такая щайка. А у вас броники давай. Хотя бы есть, так что это, цит за женщины. Там воюет. Там давайте воюет, спасибо, Кэп. Ну, вообще-то у тебя единственный персонаж женский. Ой, там стреляют. Опасно. Вот, хотя бы его возьму. Да блин, у тебя все были. Стреляются, там опасно. Ну, идем, 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 идем. Давай, не будь очкуном. Да я очкуном. Так и что? И чё? Вон он. Один в здании. Вот там вот еще один. На крыше. Опа, опа, опа. Тут кто-то прыгал. Может, там... Саша, ты убил его? Нет. За ним гонюсь. Меня. Я снял броник. Кнокнул. Да, Саня, иди, иди, иди. Вон он. Чёрт, Pathfinder, вон там вот, убей его. Да не могу. Стреляй, короче, в него. Да не могу. А, это ты. Обходит еще. Попал. Оп. А, Саня, вот ты... Как ты его пропустил? А я его там вон ищу. Он. Вот он, рядом с тобой, вот он, вот он, вот он. Он без броника, да, у трупа. Но, скорее всего, он мог отсюда. Все, красавчик, поднимай. Все хорошо, только вот. Такой кипиш, блин. Да, такой кипиш. Вроде все вижу. У меня можно там. Да поднимем сейчас. Мой значок взять. Мне бы хаос не помешал, если найдете, можете оставить. Ну, энергопатроны нашли. Я думаю, и хаос сейчас найдем. У меня трипл есть. Ой, что-то у меня музыка перестала играть. Ведомый, кстати, там тоже. В Дисну ведомый. Короче, я понял, это говно не для меня. Тройная эфирка нормально. Турбозарядник подавится. Надо. Так, Саня, ты идешь это похиляться или нет? Ну а, точно, чё, классно. Тут мой ящик еще был. Так, ну у меня ствола нету никакого второго, у меня только дробовик. Пока что. А я вообще без второй пушки. Так я тоже, я же говорю, у меня только дробовик, один ева. Я глухой просто. Ебать, ты какой-то инвалид, если тебя так послушать. Да. Это не можешь, что не можешь, этого нету, этого нету. У тебя хотя бы член есть? Да. А у меня что-то звук перестал работать. Так чё, так чё такое? Чё убираете? Меня слышно? Да. Нормально меня слышно? Ой-ё, чё он не за... О, это крутая вещь. Это так... моё. Так чё, это у тебя оба яичка? Понятно. Или одно? Да. Вот тебе хаос. Там турбозарядник был, ты забрал, надеюсь, его? Да, я забрал. А, точно оба, или ты это, меня разводишь?
Там разводите. Да я тоже так думаю, то, что он меня разводит. Чистый развод. Чистый вот. Развод, да, я тоже думаю так. Ты ведешься. Он рассчитывает на это, что ты ведешься на эту херню. Вы еще скажите это, то, что будет смеяться над словом пичка, блин. Ты что-то как-то этот тихо стал разговаривать. Тихо стал разговаривать, может быть. Тебе надо громче, чтобы я заговорил. Да, сейчас бас включит. Мне нужна куча энергопатронов. Мне кажется, один USB-разъем крякается. Блин, у него голос как басистый стал. А у меня? Угу. Да. Басист из группы какой-то. А-а-а, ну спасибо. Может быть. Басист. Не получилось у меня командовать, все разошлись. Какой ты командор. А чем мой голос-то вам нравится, а? Ну, потому что он басистый и тихий. Нормальный голос, но может немного тиховат, сделай мне в дискорд видео погромче. Всё, я... Это ты вызвал? Это я вызвал. Молодец. Это басист вызвал. Чё такое? Вот тут есть такая вкусняшка. Это я уже не добегу. Давай, беги сюда, тварь. О, сжал яйца кулак, давай, и всё. Их же нету, ты забыл. Ты сказал то, что есть. То есть их всё-таки нету у тебя. Да. Нет. Бля, братан, ну что могу сказать? 13 лет, а яиц уже нету, но это печально. Это очень больно, наверное, даже, да? Не, ну я не знаю, как, что еще я могу сказать. Это правда, это ужасно. Вася, ты его сейчас до оргазма доведешь, успокойся. Вот энергопатрон, бери свои. Слушай, когда еще до оргазма я человека вот так вот доведу, а? Главное, чтобы довольный был человек. Довольный оргазм. Довольный оргазм, да. Вот, Саня, когда тебя до оргазма доводили, а? С помощью просто разговора. Когда мне было 12. Вот, видишь, когда... Я разговаривал с девочкой. Мне было скучно, она говорит, бля... Это если ты кончил это. Вот, это если вот, что мой смех. Вот и ты понимаешь, что как человеку должно быть хорошо. Да, смех-то хороший. Хороший смех, да, точно. Да, хороший смех. У меня вот такой вот смех. Вот это ужасно. Это было ужасно. Нормально до этого. Да. Осуждаю. Ранец. Засранец, я там в того левела ранец отмечал, чё не взял. Это было далеко давно. В смысле далеко и давно? Это было рядом с тобой. Чё? В паре шагах от тебя. Ну ладно, не в паре, но всё равно недалеко. Так, ну где вы писи? Я хочу убивать. Никого нет. Тебе мне нужен спецускоритель? Нет, спецускоритель мне не нужен. Так, сейчас, секунду, я переключу мышку. Энергопатроны. Так, во. Все нормально. Я забрал. На втором этаже. Да ладно. Вот есть это второй. Не, я бы рюкзак второй очень хотел. Прям капец. Я же пометил. Верни мне в игру, блять, вот. Вот. Я же пометил там рюкзак. А, найс, у вас у всех рюкзаки. У тебя золотой, да? Да, у меня золотой.
Ну нормально, тащи тебе. Не пометил, забрал. А ну ждешь мне его, дай мне по краски. Очень хочется, очень хочется. Пока здесь уже лутом. У меня лута почти нет, но я шат. Я хилюсь много. Давай поменяемся. Так, это, девочки, мальчики, хорош там опять письки друг другу. Девочки, мальчики, танцуют, девочки, мальчики, танцуют. Раз, два, три, попало там. Людишки справа от нас, на мостах. Блин, ну так пафосно говорить с этим сломанным микрофоном. Ну, кстати, сейчас микрофон не сломан уже. А, пафос, ничего, я не страшно. Не-не, я просто рыженький человек, так что не надо меня пафосно называть. Пукус ты. Пукус, я руку согдал, что рыжий руку. Где враги? Я с тобой. А там вот враги есть. Внизу. Окей. Вон поднялся, мразь один. Вон они. Ты со снайпой, надеюсь? Я-то. Один спрыгнул. Вниз. Один. Уже не спрыгнул. Блин, я даже... Там был человек. Я знаю, это тут прям передо мной человек. Прыгнул. Еще минус. А, еще это сверху. Я думаю, Саня с ним разберется. Да, Саня? Вот я там стреляю, не слышу ни хрена. Найс, мне. Еще минус, ну вы где? Я здесь. А, сейчас-то сзади. Вы внизу под лестницей убили? Помогай, блядь! Дай себе броник креснуть. Господи. Помогите, ё-моё, мужики, ну вы где? Давайте бегом! Вниз спуститесь, а? Мужики, вы там будете долго письку дрочить друг друга? Ну серьезно. Долго. Успокойся. Да че, Саня, успокойся, ну. Ты меня капец раздражаешь. Найс, без броника. Там один без броника был бы. А вот еще. Давай. Его поднимает здесь. Просто стрель. Ай, ладно. Меня убивают. Да, не ищи. Вот как он снес столько урона сразу, а? Все уже или еще нет? Не, я там буду еще играть. У меня еще полчасика есть. Ты же уходить хотел. Ну, на работу у меня, говорю, у меня еще полчасика. Все нормально. Чем ты говоришь таким голосом? Непривычно. Да ничего, вот серьезно ничем не говорю. Стандартный микрофон. Чего сейчас случилось с микро? Расскажи. Это не совсем с микро случилось, это с USB разъемом 3.0 случилось что-то. Он меня подкоротил немного и все. И ты стал заниматься каким-то видом спорта сразу. Сразу, да. По голосу видно. Голос ломаться начал просто, понимаешь? Вот мне 26 лет, а переходный врал. Этот период что-то заступается в свое время. А у меня наоборот грубый голос почему-то. Ну, видишь, хорошо же с одной стороны. Нет. Ничего тебе надо, писклявый?
девичий голос. Нет. А хотя какой? Бы нормальный. Что ты понимал, с моим ростом и голосом вообще не похож на шестиклассника. Да сейчас уже семиклассника, можно сказать. Ну, почти. Да ладно. Ну а ты с каждым годом все выше и выше растешь? Да. Как сердечко, не пошаливает еще? Нет. Нет? Спортом занимаешься? Я занимался баскетболом, сейчас перестал, Отцепляйся, отцепляйся, баскетболист. Да, спасибо. А чё ты это перестал заниматься? А потому что я много болел, проблемы со здоровьем были. А чё за проблемы со здоровьем? Короче, много болел. Из-за этого много очень пропустил. Ты всё-таки в этот дом пришёл. Всё моё. Опа, противники. Всё моё. Мне нравится твой настрой, всё моё, но я съебался. Не, мне правда нравится этот твой настрой, всё моё. Это всё моё. Саня, не бери домой, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Кто по мне стреляет? Вот оттуда. Это же не Вася стреляет? Из дома. Пошли не Вася. Блять, я хил просто так потратил. Вон, из дома стреляли. Вон. Ой, я, блядь, снайпер. Ох ты ж, блядь! Да ёбаный в рот! На квасик как-то пробраться. Не надо! Пойдём, да не Вася. Бей меня, тварь, не бей меня, хули ты меня тут бьёшь? Да вы уже не доберёте до меня. Давайте жить, я сейчас прикурю пока. Всё. Мне надо хилкнет. Я жду. Чё мне бросать? Настя, попал-то по... Есть попадание из 10. Ну, тебя ни разу не попали, заметь? А я не... Да, я молодец. Молодец, можно премию какую-нибудь давать. Снял с брони. Круче за кофе. Шо я? Скоро приду. Я сейчас, короче, тоже отойду.
Tactics here. Close range. Саня, тебе айфон нужен? Hello, guys. I just polished my grapple. Hello, you hear me? No. This is your champion. By the time you see me coming, I'll be going, and you'll be gone. I'm the show master, which should go without saying. Так, купишь, соберись. Level 2. Watch out for the
10. Honey killers on the helmet. Legacy, phantom, wait and see. Don't panic, pockets full, diamond. Ain't on the match like Randy. Talkin' go out to the granny. These niggas play your band. Two killers on the stand. Keep it low. Keep it low, motherfucker. Я не так говорю, успокойся. Я не курю, я не курю. Не курю я уже 17 числа. Запускается сервер. Работа СПП. Сорок восемь тысяч вакансий, свежих вакансий. На хх.ру. Ни хрена себе, швея, муж швеей пойти. Да, вы будешь швеей мотористкой 5-го разряда. Я швея мотористка, блин. Инженер по охране труда и технике безопасности. До 50. Надо от 50 до 140. Спецы по продажам недвижимости агентства. Пиз. Дёшь. Продажа зерна и корма. Нельзя просто недвижимость вообще нахер брать. Почему нельзя спрашивать? Не может. Jordan Belfort.
Помогите. Help. Ну ты куда бы про... What? What это? Чего? Ну тут психи, короче, жесткие. Да блять. Yes.
No. Все меня убили. Тебя дать, Саш? Саша, Саша Александр. Разумеется. Я понял, тебя дать? Что ты, Вась, там? Ну, меня убили, я тебя жду. Всё, го. Пернитиатор. Нарвало того все. Ну не первый раз будет. Так ощущение, что я лагаю, блин.
Может быть, но ты рано нас выпустил очень. Давай, 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 нам всего лишь надо попасть в эту дырку. Не попал, не попал. Да, никто патроны мне не принес. Это вообще ничего интересно. Выше. По нему тоже стрелял. Блин, у меня 12 выстрелов. О, у тебя там бронька лежит. Да у меня тут не только бронька, но и люди. Тебе идет, вон сверху, без брони. Вниз спустился. Вон там. Не в ту сторону, блин. Дура. Давай, щит, щит. А, все, хана. Не в ту сторону, охренеть. Не подняла же. Подняла, а толку от этого дрочилку не кинула. Ебучая, блядь. И чё делать будешь ты ситуации? Я, короче, пока к тебе ходил, я вернусь. А, понятно. Вырывал ещё на щеку свой, да? Там с трудом или как? Нормально. Нормально? Да. Главное, что пока что ему с этого весело. Ему комфортно, главное, чтобы было. Да. Если там комфортно... Я же принял, почему я не... Сидел, наверное, хохотал там. Счастливый. Представляю, будто червячок из яблочка вылазит. Ох, я же вступил. Зачем ты будешь хаунд взял? Ну и ладно, я не буду брать. Хорошо. Блять, ну конечно сравнение, червячок из яблочка, ебаный рот. Как они связаны? Ну, как бы, червячок из яблочка тоже как-то вылазит. Ну, как-то. Как-то. Ну, обычно же говорят личинка, 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 личинка. Личинка чего, блять? Он тебе вопрос задал, ты личинка чего? А чего-то. Блять, я понял, я буду, блять, с одной мышкой играть чисто в Apex, с другой, блять, вот в основные шутеры. Ёбаный в рот. Это ж пиздец, блять. Тут отключил, там подключил, тут отключил, там отключил. Я не знаю, как-то получается то, что одна мышка, вот мне с ней комфортно в CS играть, там в Battlefield, в Titanfall. Со второй, ну, с ней не очень так получается в Apex играть. И наоборот, блядь. До сих пор. Значит, зажрался. В смысле зажрался? У меня вообще 4 мышки стоят на столе. Может сюда? А давай ну, сюда, давай. Ну, похуй, Саша, давай. Саша, любимое твое место. Только отцепитесь, отцепитесь от меня. Отцепился я. Я отцепил, вот сюда хочу. Вот туда летят уже. Ну, я вот сюда. Я вот сюда. Ну, Влади, Влад, аккуратно. Там летит склад прям, прям вот. Я видел, прямо за мной. Прямо за тобой? Прямо в самый домик. В самый домик, может ты съебешься оттуда вовремя? В гномик. Домик. Ну, а то у меня вот, знаешь, не поверишь, P20-20 всего. Вот а у меня тупо звездочка. Ну вот, видишь, тем более тупо звездочка. Тупо звездочка. Пошли, 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 пошли. Я без всего. Я тоже без всего. P20-20 лучше, чем воздух. Ну, знаешь, я тебе открою секрет. P20-20 наносит всего 12 урона.
Это лучше, чем ничего. А с кулака ты наносишь 30 урона. 30, я знаю. Ну, вот, это да. Лучше, чем авто. Нашел. Все-таки лучше с кулаком, да? Я лучше с кулаком. Найс тройной эффект нашел. А если он будет стрелять в голову издалека? Ну вот если в голову издалека. Например, тогда... 4 хеда подряд даст. Ну это уже прикольно будет. Потом еще и кулак. Мы идем их убивать. Нет. Причем несколько пистолетик. Не мы идем убивать, а нас идут убивать. Вот это правильно. Решение нас идут убивать. Да вылазь. Ой, без брони. Говна кусок, давай залезай. Без брони. Вообще без всего. А у этого синий броник на хапусе. Здесь где-нибудь белый броник. Не знаю, вот вижу белый этот. Белую каску. О, я взял. Вон, вон. Минус 30 бронику. Ой, гранатка прилетела мне. Я сейчас попробую вверх залезть. Все. Без брони. Вы их атакуете, да? Да. По-моему, они ушли оттуда. Не, они там тусуют еще. Ой, я пошел. Я выбил бронь, я пошел. Я хочу влететь туда. Полиция, я поджарил. Минус один. Во. Давай, давай, давай. Помощь бы не помешала. Еще нокнул. Красавчик. Они меня раздражают. Без брони я... Я молодец. Да, красавчик. Я так сказал. Я четко собирал. Спади. Вот так и туси. Я не четко, да, значит, все делал. Мы вдвоем, да, играем? Не, мы вроде как втроем играем. Мы же втроем мне играем, кажется, да? Как... Мне так кажется. А, этот, я тебе знаешь, что принес? И забыл тебе отдать, потому что замес был. Вот что? Такую штуку тебе надо? Какую? О, да, я возьму. Спасибо. Я таскал, таскал, и, короче. Да. Так, сейчас бы аптечку немножко. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. А то вообще нету. Патрончики забрали тяжелые. А, он еще внизу это. Труп. Внизу я там пролутал, там у него нихуя уже нету. Ну я как пролутал, я забрал у него патроны и все. Это единственное, что меня волновало от него. Кстати, вот турбозарядник есть, кто будет любит там такие. О, ищи. Прикольно. Ой, ищите, блядь, всякие эти хаосы, не хаосы. Не, хаос это и попушка, все-таки. Я хочу переключать режимов на него. На хаос? Да. Как снайперкой будет использовать. Да. Прикольная штука. Ну хотелось бы научиться как-то. Почему-то в этой жизни. Так, есть, короче, вот этого, у меня места не хватает. О, вот, это вам нужно, да? 301, 301 возьму. Так, все, 301 взял. Все. Мне осталось найти приклад. Для 301 есть. Мне переключатель режимов. У меня есть переключатель режимов, но у меня ящик мужик. И череполом, короче, ну так уж. А зачем тебе? У тебя этот что ли? О, все, взял. Череполом, да. У тебя ведомый что ли? Да. Череполом надо и переключатель. Переключатель у тебя есть? Осталось найти череполом. О, я тебе хотя... не дам его пока. Я, наверное, в голову не попадаю никогда. Хотя ладно, давай тебе переключатель дам. Давай тебе переключатель дам. Лады уварил. А, мне увел мак тогда. Найди, пожалуйста. Этот. Фиолетовый. Пойду искать.
Я сейчас тогда это... Я снайперку возьму тогда для шоу 7 или... Я тяжелый урашиваю, переключатель я тебе отдам тогда. Приклад нужен кому из вас, мужики? На арку синий. Так, мне бы я аптечку не помешала. Короче, все это время разговаривал без... Микрофон был выключен. Да. Да, я понял. Красавчик. Так, ра. Блядь, и переключатель. Не взял, сука, сейчас за ним возвращаться этот. Говно. Золото. У вас аптечки есть, медицин там, что-нибудь? Да, все есть. У меня есть, а, где большой. У меня нихуя нет. Настроения нет. Но у меня нет ни одной маленькой. А у меня вообще нихуя нет, у меня только банки есть. Ну, это тебе увеличка. Видишь, Вася, увеличка? Не, мне увеличка на лёгкий надо, я же сказал, что я выбросил еще икон. Я же тебе фиолетовый дал. Так еще надо. Еще одна? Еще одна. Так, приклад никому синий не нужен, да, на арку? Я же взял. Нет, у меня еще был. Ладно, понял, выбраться. Места не было. Ничего, порадуйте, дотягивайся, пожалуйста. Этого базаря так и не взял. Порадуйте дяди Васю этими анаболиками какие-нибудь. А, вон, я тебе большую хилку скинуть. Ну давай большую хилку. Болик на болик, да. Как же нам далеко идти? Силишься мелкими. Ой, понятное дело, то хилис мелкий, пока не, нету этой батла. А в другую сторону, ребят. Ну ладно, и. А я-то вниз. Да, что, вниз решили? Ну там не лутно. Где? Тем более у нас есть робот, чтобы просмотреть, какая зона и куда. Так, черепалом нужен? Бери. Да. Кстати, вот переключатель, что я тут выкинул. Все там же. Переключатель отметь. И все хорошо. Там же. Хорошо, спасибо. Это вот я. Все? Это я пострелял, ничего страшного. Так, все. Мне энергию патронов нужно. Ну, будут, я найду. Ой, помечили, возьму. Синий полноценный, его найдете, скажите, пожалуйста, лучше его отметьте и возьмите. Кого? Синий полноценный X2. Угу. А мне тогда X2, X4 фиолетовый. X4, X8, а именно X2, X4. Это понятно, делал, кстати, энерготроны вот. Отметил первый. Сейчас. Я Феникс возьму здесь. Вот есть. Ну тоже такие нужны. Ну тут есть 1x-2x. Вот, они нужны. Не-не-не-не, вот второй. Нет? Не-не-не-не, мне надо, который чисто 2x, кстати, еще энергопатроны. А, чисто 2. Да, чисто 2x. Кто взял энергопатроны? Я. Ну ладно. Вы там разделите между собой патрончики энергетические, особо на них. Я-то на легких чисто сейчас. Кстати, вот тот зарядник. Не-не-не. Ну, а, вот. Это вот не. Так, тут шотганболт. Я турбозарядник не мешает. Ну забирай, забирай турбозарядник. Ну, я бегу. Так,
На тебе, я вернул часть. Спасибо. Так, что-то вычислил. То ли показалось, то ли слева от нас были противники, ой, справа. Я забыл эту хрень. Ладно, подожди секунду, я разведку сделаю. Давай, 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 давай. Я чисто на сейве постараюсь еще побыть. Что-то залагал, заблючил. Дима, кто-то курит, кто-то курит. Ладно, аккуратно. Так, слева? Я не знаю, я просто говорю, потому что там я не вижу, ты с горой. Тут люди были, это точно. Стреляй справа, справа все идем. А вроде бы здесь не открывали дверь. Открыто, вот открыто, открыто. Вроде бы. А еще. Или показалось, но там ящик. А, нет. Правда не лучше. Вот одна дверь открыта только. Вот это вот. Ну, значит, через нее они заходили и выходили. Пошли, 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 пошли. Забьем аэр. По-бурому. Я кого-то слышу, слышу, что кто-то, кто-то бежит. Я за аэром. Людей не будет, слушай. Все, идут, идут, вот здесь. Вот тут идут. Сейчас, 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 они кинет. Я спрятался. Опа, опа, опа. Так, где у тебя, слева? Я вот вижу. Все, я съебываю. Уходи, 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 уходи. Он прям за тобой. Да я понимаю. Уходите. Я снял броню вроде. И они тут втроем. Это вроде бы... Да, там много... А, нет. Хилюсь. Вот здесь. Да сука. О, ты ж мразь. Саня, вот он. У меня. Я сейчас, 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 сейчас я могу залезть. Так, так. Внизу. На моем трупе. Не могу попасть, блядь. Сзади. Сзади. Ого, они в 4 или сколько звала? В 3. Одновременно в 3. Я что сзади? Да, я уже стрелял. Хотел попасть и отпрыгнуть. Так, скоро мне. Ну, давайте, мужики. Все. Давай, да, пока. Все, потом пойду. Давайте поиграем еще, если будет желание. Все, давайте.